Качественные и прочные дороги для большегрузов. Александр Кузьмичев выехал с инспекционной поездкой на улицу 2-ю лагерную и маршала Жаворонкова. По этим оживленным магистралям пролегает маршрут тяжелого транспорта, который едет через областной центр. Здесь не только обновили асфальт, но и разгрузили перекресток за счет расширения дороги. Обошли с работы в 10 миллионов рублей. По просьбе автолюбителей, наши проектанты разработали отдельный поворот, отдельную выделенную полосу для поворота с улицы Лагерной на улицу маршала Жаворонкова. Это очень важно, потому что транзитного транспорта проходит очень много по этим улицам. Другой объект, который посетил глава администрации, не менее важен для ивановцев. Практически закончен ремонт на улице Постышева. Дорога готова полностью. Продолжаются работы по ремонту тротуаров. В основном работы проводились ночью, чтобы не затруднять движение. Мы на этой улице Куконковых работали порядка 3 лет назад. Делали в районе Конвольного, Реала улицу. Ну, улица стоит, ямы нет, асфальт качественный. Поэтому опыт работы на таких центральных улицах у нас есть. Мы также крыли ночью одновременно и Парижскую коммуну, и проспект строителей. То есть работы велись одновременно на 3 улицах. Департамент дорожного хозяйства констатировал, что новый асфальт на Постышево высокого качества. Таково заключение экспертов, которые брали пробы. Теперь дорога на Постышево должна радовать автомобилистов как минимум 5 лет, согласно гарантийному сроку. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.